как относитесь к алкоголю? Ну как, традиционно, 100 грамм фронтовых и в люлю. Часто вообще выпиваете сами? Ну раз в месяц. А какой алкоголь предпочитаете? Виски. А как думаете, что нужно делать людям, чтобы меньше пить? Больше работать. Тогда времени пить не останется. Кто хочет, пусть пьет. А кто не хочет, пусть ведет здоровый образ жизни. Мне кажется, у нас в принципе в последнее время очень хорошая тенденция, что люди гораздо меньше начинают выпивать, занимаются спортом. Вообще как-то гораздо интереснее проводит свою жизнь. Спортом, наверное, заниматься и работать побольше. А если в масштабе страны брать? В больших городах, в основном за рубежом, там, где алкоголь шибко не употребляют, в городах вообще не торгуют алкоголем, торгуют за городом. Как вот, допустим, было бы у нас в Мерла-Мерле за мостом за Новым, и вот там бы только с 10 до 5 торговали бы, и все отлично было бы. Уничтожать весь алкоголь напрочь. А как выход один. А вот он никак, потому что это же целая мафия, бесполезно. Да и не сразу, потому что им доход большой для города и для вообще для страны. Молебен служили, да. Неупиваемая чаша. Очень положительно отношусь. Только это на не один день делать, да? Я так думаю. Постоянно. Да я наоборот водку ищу.